Ну, а от яка ситуація в регіоні і в Харкові, так, і в Харківській області, зокрема, будемо говорити з очільником, з міським головою Харковом Ігор Терехов, зараз з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Давайте почнемо з поточної ситуації також. За оці останні кілька годин, чи все було спокійно, чи щось трапилося? Нет, на самом деле ничего спокойного нет. Вот, подвергается тотальным бомбардировкам. На сегодняшний день это ведется с земли. И сегодня разбивается инфраструктура города Харькова. Опять жилые дома, опять жилые микрорайоны. Поэтому у нас не было дней, что дня, чтобы было спокойствие. И не было дня, чтобы нас не бомбили. Поэтому, конечно, ситуация напряженная, но тем не менее, могу вам сказать, что все коммунальные службы сегодня работают. Мы прибираем город, убираем мусор. 107 сегодня мусорных машин вышло на маршруты. Водяльники хорошо работают, подаем тепло, подаем горячую воду. 2700 домов сегодня у нас с горячей водой. Поэтому, несмотря на, конечно, тотальные разрушения, а они реально тотальные, по моей оценке... Вибачте, не почули цифру за вашу оцінку і далі перервався так. 15% жилого фонда сегодня многоэтажных домов в городе Харькове разрушены, не приспособлены сегодня для жизни. И поэтому нам приходится перемещать людей в школы, в детские садики, в метрополитен, в другие места для того, чтобы создать условия для жизни людей. А еще раз скажите, сколько відсотків, потому что это ключевое, не почули мы. 15%. Дивно, якось от, знаєте, як пороблено, на цьому моменті переривається зв'язок. Порядка 15% фонду. Ага, зрозумів. А от я розумію, що це така, звісно, невдячна справа підраховувати збитки, але все ж таки я вас не можу не запитати, так, скільки вже, от, ну, які збитки ви наразі маєте? Ви от сказали про житловий фонд, так, але все ж таки, я розумію, і тим паче, що вони, ну, вочевидь, щодня збільшуються. Смотрите, я сейчас считаю некорректным говорить ни о каких убытках, потому что война не закончена, потому что мы еще не победили. Могу вам сказать, что а какими может быть, знаете, деньгами соизмерить жизнь человека? А сколько жизни забрал российский агрессор? А сколько судеб покалечено? А сколько вообще всего моральности покалечено. Поэтому говорить сегодня просто о материальном ущербе, допустим, даже наших коммунальных предприятий и жилого фонда сегодня не приходится. Мы должны в комплексе об этом говорить. И вот знаете, я вам хочу сказать, что я сегодня выступал на сессии городского совета Нюрнберга, это город побратим Харькова, и я акцентировал внимание депутатов Нюрнберга о том, что именно в Нюрнберге состоялся всем известный процесс над нацистскими преступниками в 1946 году, и весь мир осудил нацизм, а военные преступники, нацисты, понесли заслуженное покарание. Да? И вот сегодня я говорил о том и рассказывал Нюрнбергу, что сегодня происходит с мирным городом Харьков. Как уничтожается город Харьков. Я акцентировал внимание, что это геноцид против украинского народа. Это прямой геноцид против украинского народа. И сказал, что Россия не извлекла урок из Второй мировой войны. И обязательно скажу вам, что я считаю, по моему убеждению, все равно, знаете, будет суд над военными преступниками, и все равно Россия в свое время обязана извлечь урок для того, чтобы больше никогда, никогда война не повторилась. Я с вами абсолютно згоден на 101%, а вы згадали так про життя людей. Мы можем говорить, сколько життів мы втратили?
много. Я из этических норм не буду сегодня говорить, но я вам хочу сказать, что много мирных людей, к сожалению, нет уже среди нас. Есть раненые, и наши врачи героически, так же, как и армия, сегодня обороняет город Харьков. Я преклоняюсь перед нашими героями, вооруженными силами Украины. Я преклоняюсь перед территориальной обороной, бойцами, силами, совместными силами которых сегодня мы ни на метр враг не продвинулся ближе к городу Харькову. Поэтому, мало того, еще и были контрнаступления, отодвинули врага от границ города Харькова. Поэтому сегодня, не могу сказать вам, но сегодня врачи борются за жизнь многих людей, многих харьковчан, успешно борются, и дай Бог їм здоров'я, і большое спасибо, низький поклон їм за это. Ви згадали про те, що відсунули ворога від Харкова, а скажіть, будь ласка, я так розумію, тому що точилися розмови про те, що нібито Харкову могло загрожувати там оточення, зараз ситуація така сама залишається, чи вже не загрожує оточення? Смотрите, ну это должны говорить военные, я не вправе комментировать эту ситуацию. Могу вам сказать, что сегодня благодаря усилиям нашего ЗСУ, теробороны, можно проехать совершенно спокойно до Чугуева по трассе. И сегодня наши коммунальщики помогали, убирали, расчищали там трассу. Поэтому все, что возможно, вместе с ЗСУ мы делаем для того, чтобы обеспечить проезд. Дякую вам дуже за ці коментарі. І міський голова Харкова Ігор Терехов був з нами на зв'язку. Повернемось за мить.